Больше 2500 независимых наблюдателей следили за ходом всенародного голосования в Алматы. Это представители различных общественных объединений города. На брифинге территориальной комиссии референдума они делились последней информацией о своих наблюдениях. К слову, отдельные эксперты заявляют, что разрыв по явке избирателей между регионами и городами объяснить крайне сложно. В больших городах, крупных городах, как Нью-Йорк, например, Стамбул, Париж, по сравнению с регионами, у них даже 7%, 8% даже доходит, бывает в такие моменты. Этот феномен необъясним. Если смотреть по Алмате, Алмата тоже низкая явка, ну, сравнительно с другими регионами. А так, конечно, сегодня достаточно высокая, вообще, если взять предыдущими данными. Алматинские наблюдатели также подвели выводы из своей работы по референдуму. Они отметили непрофессионализм некоторых наблюдателей. Это проявляется в их незнании своих обязанностей и закона. В этой связи независимые эксперты говорят о необходимости усилить обучение наблюдателей. Это вот люди, которые призваны обеспечить легитимность процесса, транспарентность процесса, чтобы они сами не нарушали требования законодательства, особенно это в отношении наблюдателей, потому что наблюдатели, я убежден, это основной институт, который формирует вот именно легитимность всего процесса и референдума, и подведения его итогов. То есть нужно повышать квалификацию.